Посмотрите, вот такая вот трикотажная у нас, ну, кофточка, что ли, можно так сказать, из футера. Смотрите, какой материал. Это футер, по сути дела, тоненький, хороший, приятный очень к телу. Вот такой вот материал. Это наши мерки, это наши выбранные прибавки. А вот это, посмотрите, наша. А дайте еще обтачечку. Маленькие обтачки. Вот это у нас вот такая вот выкройка. Мы разделили одну большую выточку на два таких вот защипа. И вот здесь у нас вот эта вот обтачечка. Ну, такая же есть тоже на спинке, естественно, обтачка. Вот, посмотрите, это у нас такой был в крое. И что у нас сейчас получилось? Да, мы рукавчик сметали не на ту сторону, мы не будем его пока приделывать. Иди сюда, Ира. Вот, и поворачивайся ко мне. Вот смотрите, какая красивая у нас получилась блузочка. Проклеили низ, потому что он закручивался. Крутитесь, Ирочка. Да, до конца, до конца. Да, вот так вот проклеили низ. Нарисовали вот эту птичку. У нас здесь будет вырез. Немножко отметили проймочку свою, потому что вот тут под мышечкой поджималась. Чуть-чуть ручку поднять. И мне хочется вот это место чуть-чуть углубить, да? Вот эту проймочку чуть-чуть пониже, потому что немножко-немножко упиралось все. И прикололи рукавчик, и посмотрели, и обрадовались, да, Ира? И мы обрадовались. Вот так хорошо смотрятся вот такие. Мы их распустим. Это будут защипы у нас, это не будут выточки. Все обработаем, потом вам покажем.